чи не вперше вкрай пунктуальна Ніно запізнюється на X-Factor. І все тому, що небесно-голоса грузинка не може відірватися від синочка, з яким вперше прилетіла в Україну. Это жизнь. Я просто шла на эту дорогу и так и продолжается до сих пор. Один концерт – это целая жизнь. Вообще не имеет значения, у меня следующий день большая дорога и большой концерт. У меня нету там кнопка экономии, экономия батарейка. У меня нет, у меня все сначала. Да. То есть это и есть природа. Ребятам, которые к ней попадают, ну, реально очень повезло, и это дорогого стоит работать с таким человеком. Давай, тропа-ба! Я желаю, чтобы она находила наших звездочек на нашей сцене и помогала им реализоваться на большой сцене. Здравствуйте. Нино, здравствуй. Боже, Нино! Нино, вы наикраще. Вау, и сердце. Вы наикраще. Андрей, скажи нашей дорогой Нино, пожалуйста, что она самая лучшая на вашем проекте. Дякую, всем дякую. Да, спасибо, друзья. Ты хочешь домой? Эту хочу домой везти. Тук-тук-тук-тук. Утро доброе. Слышит меня кто-нибудь? Ясно, Нино, доброе утро. Хорошего дня нам, дорогие мои любимые. Спасибо, Нино, и вам хорошего дня, мы вас очень любим. Ты слышишь? Спасибо большое. Ура, ура, ура.